Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21:00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64 19 52. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Тем временем о том, как не допустить пожара в доме, специалисты рассказывают самым юным жителям республики. Пожарные регулярно посещают детские, оздоровительные и загородные лагеря, в большинстве из которых сейчас идет вторая летняя смена. Занятия на столь серьезные темы всегда проходят в игровой форме. Последние 5 лет сотрудники государственного пожарного надзора на территории Республики Мариэл совместно с представителями Всероссийского добровольного пожарного общества и Управления государственной противопожарной службы проводятся занятия с детьми, которые ставят собой цель профилактику пожарной безопасности именно в летний период. Такие занятия мы планируем проводить каждую смену во всех лагерях. Нынче пожарные заглянули в гости к детям с ростовой куклой в виде огнетушителя. Персонажа прозвали Кузьма Пожаркин. В Мариэл он приехал из Кировской области. Для ребят постарше спасатели организовали пожарную эстафету. Для самых маленьких – конкурс рисунков на асфальте. Проверили на профпригодность и вожатых. Следует сказать и отметить тот факт, что за последние 5 лет на территории Республики Мариэл чрезвычайные ситуации, такие как природных пожаров и бытовых пожаров, в детских оздоровительных лагерях не было. И в частности, эти занятия пригодились в 2010 году, когда только на протяжении 2 смен мы проводили эвакуацию детей. В планах пожарных посетить еще несколько местных оздоровительных лагерей и детских садов. Отмечу, всего с начала года, по данным МЧС, в Мариэл уже зарегистрировано более 440 бытовых пожаров. Это не намного, но все же меньше, чем за тот же период года прошлого. Марийский государственный театр оперы и балета и телерадиохолдинг на Патриаршей представляют балет «Эсмеральда» под открытым небом. 17 июля в 21:00. Патриаршая площадь. Телефон для справок 64 19 52. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.